Очередной концерт в лаборатории авангардного джаза «Trains and Art». Сегодня у нас очень необычный концерт. Выступает на самом деле это премьера. Выступает два замечательных музыканта, дуэт, саксофон и барабаны. Каждый из этих музыкантов, это саксофонист Олег Грымов и барабанщик Александр Рогозанов, не раз выступали здесь у нас разными составами, и, ну, много раз выступали. А вот сегодня они впервые играют вдвоем, дуэт. Значит, Олег, я приглашаю музыкантов на сцену, Олег Грымов и Александр Рогозанов. Сегодня будет такой вечер, ну, можно сказать, спонтанной импровизации, ну, типа там фри-джаз. А вот музыка, которая рождается на ваших глазах, ну, которая, конечно, в какой-то мере продумана, но вот вся эта импровизация, она музыкантов джазовых, она, конечно, зависит от уровня их развития, от качества их подготовки. И вот такую импровизацию вы сегодня и услышите. Значит, я забыл сказать, что Олег Грымов – это солист оркестра Олега Лундстрема и концертмейстер группы саксофонов этого оркестра. А Александр Рогозанов – это авангардный барабанщик из Санкт-Петербурга. Вот так начинаем концерт.